Привет! Сегодня будет самый простой способ добыть бронежилет Призрак. Он позволяет вам скрываться от БПЛА и, в общем, максимально проходить миссии по стелсу. А для начала нам нужно попасть вот в эту точку. Самый простой вариант — это, конечно же, вертолет, но, в принципе, можно спрыгнуть с ближайшей скалы и приземлиться на соседнее здание. А, в общем, ключ нам здесь не нужен, несмотря на то, что у нас здание заперто. То есть это комната хранилища снайперов, что-то такое. В общем, высаживаемся на этой крыше. Сейчас будет сложена посадочка. И бежим вот сюда. Собственно, здесь нам надо подойти вот этому окошку, и через стену мы можем достать наш бронежилет. К сожалению, достать мы можем один бронежилет, но буквально три высадки, и можно получить полностью обутанную команду. Пользуйтесь. Ну а если вам зашел такой формат ролика, собственно, ставим плюсик в комментарии, и если есть какие-то вопросы по игре, пишите, попробую снять ролик и выложу на YouTube канале.